Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала. С вами снова Павел. И сегодня, вот, в подобной, но опять-таки, ну, плюс-минус домашней атмосфере, я хочу вам кое-что рассказать. Историю об одном очень интересном, на самом деле, не самом простом моноколесе. Но прежде, чем мы приступим к данной истории, я хочу обратиться к некоторым из вас. Были люди, которые... Под предыдущим видео, где я с девушкой Дашей обозревал электросамокаты, написали мне, что у меня на майке, видите ли, нарисован мужской половой орган. То есть, ну вот эта самая майка. Господа, я хочу вас поздравить. Вы успешно прошли тест, который разработал сам Зигмунд Фрейд, довольно известный психолог 20 века. Собственно, на самом деле, на данной футболке изображен слоник. Вот. Я понимаю, что вам будет сложно в это поверить, но действительно слоник, потому что, ну вот они, уши. Вот он хобот, и вот она голова, такой схематичный слоник. Если вы, не дай бог, увидели в этом мужской половой орган, то я вас поздравляю. Вы, скорее всего, если вы мужчина, являетесь латентным гомосексуалистом. В этом нет ничего плохого. Вам просто нужно обратиться к специалисту, который поможет вам либо излечиться, либо принять себя. Я против геев ничего не имею, но мне кажется, лучше принять себя и жить с этим, чем пытаться отрицать собственное вещество. Собственно, любви всем вам, радости и здоровья. А теперь перейдем к обзору. Итак, есть у нас такая замечательная компания, Bigood, она же Gateway. И у них есть два отдела. Один отдел делает квадратные колеса. Второй отдел делает какие угодно колеса, но не квадратные. Круглыми назвать нельзя, они скорее такие яйцевидные. И вот сегодняшний наш герой, он именно из того отдела, который любит квадратные колеса. Собственно, поздоровайтесь с моим большим другом, Gateway EXL. Как вы могли заметить, в названии этого колеса есть очень странная буква N. Потому что EX был у всех на слуху, колесо с подвеской, Gateway, а тут N. Что означает N? N означает нет. И чего у этого моноколеса нет? Собственно, казалось бы, все на месте. Фара есть, колесо есть, подушки есть, педаль есть, все на месте. Подвески. У него нет подвески. Это тот же самый EX, но лишенный, так сказать, главной фишки. И вот давайте мы с вами разберемся, а надо ли оно, или и без него тоже котируется. Начнем с того, что EXM имеет, за счет отсутствия подвески, естественно, огромный спектр плюсов. Начну с самых очевидных и перейду к не самым очевидным. Первое – это вес. Масса EXM около 33 кг, что на порядок легче его подрессоренного собрата. Это позволяет вам таскать это, ну, довольно тяжелое и большое колесо и не напрягаться, не надрывать себе руки, не рвать себе связки. Это хорошо. Второе – это цена. Лишенный подвески, лишенный вот этих вот дополнительных деталей, EXM становится на порядок дешевле своего собрата. Собственно, в этом-то его, как по мне, один из главных плюсов, потому что это мощное, классное колесо, довольно доступная среднему райдеру. Я его пока выключу, потому что оно довольно сильно пищит. Вот. Собственно, кроме того, что у нас имеется плюс относительно того, что оно дешевле, у нас имеется другой очень интересный плюс. Техническое обслуживание. Благодаря тому, что в колесе отсутствуют какие-то сложные элементы, какие-то дополнительные детали, за которыми нужно присматривать. А я вам больше скажу, это подвеска от Gateway. Ну, вы понимаете, да? Подвеска от Gateway, Gateway подвеска. Вот. Это, в принципе, первое поколение колес с подвеской, которое еще допиливаться и допиливаться. А тут Gateway, подвеска и допиливаться. Ну, как бы вывод напрашивается сам. Поэтому здесь у нас довольно простая и типичная схема. Из этого вытекает то, что его ТО будет гораздо дешевле обходиться. Также его ТО будет гораздо проще. И это четвертый пункт, и пятый, наверное, я их объединю. Оно более простое и за счет этого более надежное. Банально нет тех деталей, нет вот этой вот сложной рессорной системы, которая двигается, которая может сломаться. Его просто нету. За счет этого колесо получается более крепким, более надежным. Конечно, здесь стоит тот самый бубликообразный подшипник, который многие ненавидят, ругаются на него и говорят, ну вот-вот, плохой подшипник, опять все испортит. Как он себя поведет, покажет время. Gateway, в принципе, сейчас дорабатывается и старается что-то с ним сделать, старается сделать его более выносливым, более рабочим и продлить ему срок жизни. Поэтому поживем, увидим. Как по мне, это далеко не недостатки, даже некоторое вроде достоинства, потому что у нас нет центральной оси,
который очень часто ломается и не живет. Итак, собственно, главным минусом, как по мне, именно отсутствие подвески является, ну, само отсутствие подвески. То есть мягкость этого демпфирования вы тут не увидите, не почувствуете. Но а надо ли оно, как говорится. Вот. Теперь переходим к тому, что у нас находится, собственно, перед глазами. Это вот само колесо, то есть его внешний облик. Не обращайте внимания, что такое припыленное, слегка грязное. Я вот буквально притащил его с улицы, с покатушки. И делаю обзор на живых эмоциях, потому что по мне это правильно. Собственно, что мы видим здесь? Мы видим здесь колесо. Стандартное, такое вот слегка скругленное моноколесо Gateway. С достаточно жирной покрышкой, достаточно широким таким вот, прям хорошим таким корпусом, фарой и прочими вещами. Как по мне, дизайн очень лаконичный. У него нету каких-то дополнительных там светодиодных лент, у него нету каких-то там лишних светодиодов. У него есть вот это вот некое подобие ангельского глаза, стопарь. И на этом все светящиеся части колеса, ну, кроме фар, естественно, заканчиваются. Ну, есть у него еще и вольтометр, о нем чуть позже. Вот этот вот ангельский глаз, это, естественно, ну, не ангельский глаз, это просто вот светодиодная лента такая круговая. Как по мне, выглядит довольно стильно. То есть в общую лаконику, в общий антураж колеса вписывается хорошо и не выделяется, не выглядит каким-то вычурным стрём. Тут у нас есть фара. Фара довольно мощная, такая на манер Николовской. У нее большой такой, совершенно плотный пучок света. Многие могут пожаловаться, что там вот на монстре, на тех же РС-ках, на МСП стоит две фары, а тут одна. Поверьте, ее хватает, ее более чем хватает. Здесь у нас под заглушкой находятся порты. Собственно, как по мне, одна из главных проблем колеса. Здесь у нас порт зарядки, ну, стандартный USB. И, внимание, один порт подзарядки самого моноколеса. Это грусть, это печаль. Потому что у нас колесо емкостью 2700 ватт-часов. Ну, просто ну, здоровое оно. Емкость у него довольно большая, батареи у него объемные такие, да. И что у нас получается, что Gateway нам такая, а заряжайте одним портом, заряжайтесь одним портом. Одной зарядкой оно заряжается около 9 часов, это с 0 до 100. То есть самой большой зарядкой с двумя вентиляторами, блоком гудящим. Можно, конечно, купить на 6 ампер пожирнее, но тут уже на свой страх и риск. То есть, как по мне, это минус. Один порт, этого мало. Давайте, на такие колеса уже нужны два порта. Потому что сидеть и ждать, пока 9 часов, пока твой конь зарядится, ну, такое себе. Кнопочка, типичная абсолютно кнопочка, никаких изменений. Здесь, под ручкой, у нас расположена кнопка блокировки. То есть, мы зажимаем, и, ну, собственно, колесо заблокировано. Суть кнопки в том, что она типичная, довольно удобная. Ручка не самая удобная, потому что, вот смотрите. Если вы приглядитесь к этой ручке, я же не знаю, наклоню для вас, наверное, колесо, вот, вы увидите, что у нее есть здесь две вот такие вот острые грани. Они не совсем удобно ложатся в руку, то есть они будут немного так в нее впиваться. Ручка, ну, не совсем эргономичная, возможно, это исправит. Кстати, материала самого колеса, ну, пластик, тот самый пластик под карбон, вот здесь такая прозрачная вставка, выглядит довольно стильно. Сзади у нас расположен стопарь, большой такой яркий, заметный стопарь, он мне нравится, такой P-образный, а здесь прорезь для динамика. Вот. Здесь у нас находится вольтометр. Как по мне, хуже, чем у монстра, лучше, чем у Николы, а на других колесах его просто нет. Вот. Если брать сам Gateway, ну там ветераны всякие, я пока не трогаю. Собственно, вольтометр сверху, можно остановиться, колесо из-под себя выкатить и посмотреть на заряд. Круто, классно, но в процессе езды не совсем информативно. То есть туда как-то перегибаться, рассматривать свои промежности, ну, я думаю, это не совсем интересно всем. Ручка. Ручка у нас здесь монстроподобная. То есть это такая огромная чемоданная жирная направляющая. Благо, здесь у дизайнера хватило мозга сделать более удобную и более эргономичную, подходящую под руку, я даже не знаю, как это назвать, зацеп, упор, рукоять, скорее всего, да, рукоять. Она довольно удобная, то есть это лучше, чем у монстра, но хуже, если мы говорим о нормальных ручках. То есть в руку она ложится довольно удобно, колесо и рулить удобно. Единственное, что опять-таки колесо 33 килограмма, и это направляющее, оно со временем может начать вот шататься. Но это тоже как бы вопрос времени. В принципе, ручка удобнее, чем на монстре. Если ее еще немножко допилить, будет вообще классно. Но и так на самом деле хорошо. Как вы можете заметить, на вот этом экземпляре Эликсена стоят упоры. Это наши ебаговские кастомные упоры. Сделаны они из DSP.
они твердые, они, это скорее эксперимент, чем полноценная серийная модель. Собственно, если будет у них потребность, конечно же, поставится на поток, но пока вот это просто эксперимент, это ДСПшные такие упоры. И вы знаете что, как мне кажется, на этом колесе ездить без упоров, это, ну просто, я не знаю, в аду, наверное, так людей наказывают, чтобы они не творили всякие нехорошие вещи потом. Потому что управляться без подушек это колесо банально не будет. То есть тут вопрос уже не только о том, как оно управляется, вопрос не только о комфорте райдера, потому что бесспорно подушки, хорошие мягкие подушки, которые подпилены под ногу, это плюс, это классно. Тут еще вопрос о безопасности, потому что я контролю, ну, собственно, одно из другого вытекает. Потому что если у вас нет контроля над колесом, то безопасности, естественно, тоже не будет, потому что вы не можете его разгонять, вы не можете его оттормаживать. Потому что без упоров этот увольнень будет немножко пытаться вам подиктовать свои условия езды. Это колесо не такое инерционное, не такое жирное, как монстр, но тоже нелегкое. То есть, поэтому подушки, как по мне, это просто обязательно. Благо, есть у нас и хорошие подушки, и плохие подушки. Тут уже хозяин-барин, как говорится. Педали. Педали типичные, готвейвские. То есть, такие, они довольно большие, как по мне, даже человеку с... Я не знаю, с каким-то, я не знаю, с какой-то аномалией относительно размера ног будет на них комфортно. Они немножко прокастомажены, тут другой наждак наклеил, включены болты, то есть. Но, в принципе, педали даже в стоке довольно удобные. Итак, от внешнего вида плавно переходим к характеристикам моноколеса. Итак, Gateway EXN это у нас большое мощное моноколесо весом 33 кг. Мотор номинальный. 3,5, в пике выдает, естественно, 7. Батарея 2700, рабочее напряжение 108 вольт. Собственно, что еще можно про него сказать? Диаметр супиксовский, то есть 3 на 20. Там написано 4 на 2,75, но это мотоциклетка. То есть здесь стоит такая довольно большая и жирная резина. Она зацепистая, она приятно ведет себя на дороге. Она местами жестковата, если накачать. Также есть один, ну не то что косяк, скорее особенность. Если вы хорошо так накачаете колесо, вот это, допустим, у нас где-то 2,7, то оно превратится в мячик. То есть его можно вот так вот распрыгать, и оно будет прыгать. То есть далеко не у всех колес есть такая фишка, но это беда объемной покрышки. Взамен вы будете получать какую-то степень демпфирования, то есть оно будет ловить. Собственно, у него довольно большой выбор резины. То есть он аналогичен Шерманам, и если вам так надо решиться, Шерман или не Шерман, вот это может быть очень даже неплохим Шерманозаменителем. Потому что к Шерману с моей позиции есть вопросы, к этому вопросы тоже есть, но немножко другого плана. О. Покрышка ведет себя хорошо, то есть она зацепистая, она имеет оффроуд потенциал очень хороший, можно выезжать куда-то на грязь, можно кататься не совсем по дороге и маршруты свои планировать там по лесу или где-то еще. По опушке какой-то прокатиться. Вполне себе колесо это позволяет. Собственно, также забыл я упомянуть, но упомяну сейчас. Относительно покрышки брызгарик. Вот это стандартный готвейвский брызгарик, как видите, вот там, того, что у нас тут сзади находится, ну, не особо-то он и работает. То есть нужно тоже как-то допиливать. Без брызговика ездить на таких колесах я особенно не рекомендую, потому что, ну, получите грязевую ванну, очень приятную грязевую ванну, оно ее очень бережно соберет и на вас накидает с радостью, потому что вот такие колеса, они имеют тенденцию. Вдобавок у вас задняя панель вся будет в грязи, и во вся ваша спина, возможно, даже голова будет в грязи. То есть здесь как бы уже вопрос состоит о том, хотите ли вы быть чистым или нет. Возвращаясь к ходовым характеристикам, мотор в 3,5 кВт выдает довольно хорошую мощность. В горку он тянет уверенно, не рвет, как, допустим, HT-шный супикс, но вполне себе уверенно едет. То есть не трещит, ничего, держит планку хорошо. То есть довануть его, как по мне, довольно сложно. Далее. По разгону разгоняется тоже уверенно, вполне себе. Не так, наверное, как, опять-таки, HT, не так, наверное, как монстр, но разгоняется он довольно уверенно. Скорость на нем также чувствуется, ну, приблизительно. То есть вы едете и вот неожиданно смотрите на вилок какой-нибудь, на Darkness Bot или E-World, и у вас неожиданно 50 км в час, окажется, ну я же только разогнался. То есть колесо довольно быстро, из этого вытекает некая опасность, поэтому носите экип. И в принципе будьте бдительны, будьте аккуратны, то есть не лихачьте, не ездите быстро там, где быстро ездить не надо, так скажем.
Вот. И при поведении на дороге, при разгоне, при торможении, торможение, кстати, тоже хорошее, то есть мощный мотор позволяет вам оттормаживаться вплоть иногда до блокировок, то есть я вот пока катался, тестировал, был у меня момент, когда колесо, грубо говоря, ушло в блокировку, в обратную раскрутку. Было, ну, скажем так, неприятно, но контролируемо, то есть не упал, не завалился, вполне просто, это было неожиданно, потому что вот контрольный упор. Также относительно скорости, относительно того, как оно себя ведет в пути, скоростная планка у него около 70 км в час, это с моим весом 73 килограмма, где-то так у меня вес. Можете больше, если вы легче, можете меньше, если вы тяжелее. То есть плюс-минус колесо скоростное, оно даже ну, на половине аккумулятора может сколько около 60 км в час себе позволить. Оно довольно устойчивое за счет широкого диаметра покрышки. За счет веса оно, опять-таки, с одной стороны, оно валкое, то есть оно может куда-то завалиться, то есть не совсем предсказуемо себя вести. С другой стороны, этот же вес обеспечивает вам стабильность на высоких средних скоростях за счет того, что у нас инерционная масса какая-то есть. Колесо ведет себя достаточно предсказуемо, но опять-таки на скорости. То есть. Ну и вкупе с такой покрышкой, вкупе с тем, что у нас, в принципе, колесо сделано такое не для медленной езды, у нас получается такой городской круизерчик дорожный. Он позволяет вам из точки А в точку Б добраться, при этом получить от этого какой-то кайф, то есть получить от этого какой-то адреналин, какие-то приятные эмоции. Далее, что еще можно сказать об этом колесе? В принципе, размусоливать эту тему я не вижу особого смысла, потому что, вот, казалось бы, EXN это совершенно побочный продукт. То есть вот у нас есть EX, колесо с подвеской. Оно довольно дорогое, одно из самых дорогих, как сейчас показывает ситуация на рынке моноколес. Оно, главной фишечкой его является то, что у него есть подвеска. То есть это агрессивное моноколесо Gotwayя с подвеской, которая вас как бы ловит на эфир. Здесь подвески нет. Но это не значит, что это колесо хуже. То, что из него убрали подвеску, это с одной стороны да, это создает некие неприятные ощущения ввиду того, что ну, главная какая-то фишка. Но оказывается, эта фишка не главная. Она далеко не главная ввиду того, что у этого колеса есть потенциал, у этого колеса есть куча, скажем так, возможностей подарить вам приятные эмоции, возможности вам показать, что у Gotwayя есть хорошие и главные, ну плюс-минус доступные колеса для райдера. Потому что если вам, допустим, мало HT, мало HS MSP, если вам мало каких-то других колес Gotwayя, а монстра много, то вот это вполне может быть не самым дорогим, но очень даже хорошим компромиссным решением. При этом вы ничего не потеряете. У него большой выбор мотоциклетной резины. То есть этот диаметр он довольно часто сейчас используется. Оно, в принципе, по эргономике лучше сбито, чем монстр. Вот. Конечно, это все равно Gotwayя, он квадратный, он не самый удобный в плане ручки. У него такой себе брызговик, не самый прочный пластик. То есть есть нарекания по конструкции. О них я вот тоже сейчас расскажу. Но, собственно, колесо вполне себе достоин. Из минусов хочется ответить, что, во-первых, вес. 32 килограмма тоже, на самом деле, не самое маленькое моноколесо. То есть поднимать его, ну, местами тяжело. Тащить на большие лестницы весьма. Оно, конечно, может и закатываться, но если вам необходимо перетащить его, то будет, ну, не совсем приятно. Хотя людям, которые регулярно занимаются спортом, людям, у которых как бы накачаны руки, ноги и, в принципе, тело подготовлено к физнагрузке, такое вот достаточно большой, то, в принципе, вы с этим колесом более чем справитесь. Также есть ряд конструктивных недостатков. Один из них – это дырка в корпусе. Вот этого моноколеса буквально есть дырка в корпусе. Эта дырка осталась из-за того, что инженеры Gotwayя спешили, изготавливая EXN, и не совсем корректно обошлись с его корпусом. Там есть зазоры. Через эти зазоры влага и грязь может, естественно, попасть внутрь колеса. Поэтому этот зазор, он не потому, что они обрезали дырку что-то специально, а потому что там стоит подвеска в EX. Собственно, эту дырку надо герметизировать, ее надо с ней что-то делать надо, потому что иначе, катаясь в какую-то влажную погоду, вы рискуете потерять своего коня просто потому, что в него что-то попадет. Вот. Далее, подшипник. Естественно, вот этот бубликообразный подшипник, который все ненавидят. Подшипник просто проклятый, подшипник, который стал для многих фатальностью, который вот, все любят Gotwayя, все этот подшипник ненавидят, а Gotwayя любят, и все хотят обратно старый подшипник. Но этого по большей части не будет, потому что колеса таких масс, их сложно производить на стандартных осевых подшипниках.
Вот. Как он себя будет поведет, опять-таки, я ничего не утверждаю, говорю, покажет время, потому что есть колеса, которые буквально через полчаса начинают шуршать, звенеть, а есть колеса, которые катаются, и подшипник ездит. То есть даже тот же V11 первой ревизии, он в некотором роде может проехать до 3-4 тысяч на одном этом подшипнике, потому что есть уже экземпляры, которые катаются, и у них ничего нет, бед никаких. И, собственно, проблема уже не совсем в подшипнике заключается. Далее. В принципе, не самый прочный пластик, ну хотя это, наверное, про все колеса так можно сказать. Не самая лучшая эргономика, но то опять-таки мы возвращаемся к тому, что это Gateway. Хотите эргономики, пожалуйста, InMotion. В целом, это достойное моноколесо, в котором есть, конечно, конструктивные недостатки, но мне кажется, в любом колесе есть конструктивные недостатки, ну кроме, естественно, V8, V8 идеален. Вот. И, собственно, если вам необходимо большое мощное моноколесо, но это не монстр, то вот это вот вполне себе будет хорошим решением, потому что EXN неоправданно дорогой, точнее как, его собрат EX, EXN по цене довольно средний, ну как это, дорогое колесо, не самое дешевое, но в сравнении с его подвесочным собратом он далеко не самый дорогой. EXN, он не такой дорогой, как EX, но при этом обладает почти полным его функционалом по части скорости, тяговой вооруженности и прочего. Далее, он дает вам гораздо больше, чем могут дать другие колеса, но при этом не является вот этой вот здоровой бандурой, как прошлый монстр. То есть он вполне себе ориентирован на среднего райдера. Потому что, ну, на эту ручку еще шлема можно вешать и куртки. Ну, как и на монстре, собственно. Он ориентирован на тех, кому хочется скорости, тех, кому нужно мощное городское колесо с заделкой на какие-то оффроуд маршруты или на погонять, поэкстремалить. Поэтому, мне кажется, в каком-то смысле это колесо довольно хорошо себя покажет. У него нет каких-то фишек, каких-то изысков. Это просто хорошая рабочая лошадка, которая может возить вас каждый день на работу и домой, при этом особо вас не подводить. И при этом не требовать какого-то гигантского внимания, типа, мол, почини мне подвеску, холоп, подкачай мне подвеску, холоп, ты купил колесо, но колесо купило тебя. То есть такого с ним нет. Это все-таки довольно стандартное именно в плане консерватизма моноколесо. Оно колесо, у него есть колесо, у него есть подшипник, у него есть педали, оно едет. Никаких тебе подвесок, никаких тебе лишних усложняющих элементов. Вот. И на мой взгляд, райдер, который присматривается к EXN, это человек, которому нужно просто мощное, хорошее колесо без каких-то изысков, без этих вот светодиодиков, без вот этих вот наворотов. Просто хорошее, мощное колесо с большой батареей, довольно тяговитым мотором и возможностью слегка выходить иногда за рамки, если того потребует ситуация. Собственно, если вы хотите воочию прочувствовать эмоции, которые дарит вам вот это вот моноколесо, приходите к нам в магазин, тестируйте. Когда будет хорошая погода, с радостью дадим покататься. Собственно, на этом обзор будет закончен. С вами был Павел. Магазин электротранспорта Ямак Бай. Делитесь своим мнением в комментариях. Оставляйте лайки, подписывайтесь на канал, следите за нами. И до новых вам встреч.